Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый букс зарубежный, называется PR Clicks. Вот так вот он выглядит. Здесь можно перевести все и прочитать. Значит, регистрация здесь простая. Вводите имя, два раза email адрес. Потом юзернейм, придумываем логин, пароль, капча, нажимаем зарегистрироваться и логин по вход по логину и паролю. Есть также здесь служба поддержки, если что можно. Я же здесь уже зарегистрирована и сейчас я зайду в кабинет. Так, наш кабинет выглядит изнутри. Это наша статистика. Вот суммарий, это вот наш кабинет. Далее здесь баннер, нет ничего. Вот статистика. Тоже наша будет. Далее вот это сеттинг, персональная статистика. Что нам нужно будет сделать? Сюда прописываем Payr кошелек. Далее, если вот здесь кто захочет поменять пароль, и сюда текущий пароль, который ставил, ну, при регистрации. Значит, Payr кошелек, сюда пароль, нажимаете сохранить, у вас все сохраняется. Ну, здесь будет рефералы отображаться. Далее нажимаю опять на кабинет, и вот здесь партнерская ссылочка. Далее, что делать? Минимальный вывод отсюда 50 центов. Вот здесь вкладочка «Вопросы-ответы». Можно нажать и все прочесть. Я как бы видео затягивать не буду. Просмотр рекламки. Нажимаем VIF ADS. И наши баннеры. Я вот одну просмотрела рекламку. Значит, что у нас здесь? 0.202 плюс 1 point. Далее по 0.02 по 2 цента. 1, 2, 3, 4. Значит, рекламки. И здесь еще вот. Это микро уже реклама. Не сильно их тут и много. Значит, ну давайте одну просмотрим. Вот эту, да? Смотрите, нажимаем, появляется кружочек. Нажимаем на кружочек. Нас перебрасывает на страничку. И ждем, пока загрузится рекламка. Идет, заполняется шкала. И потом нажимаем на перевертыш. Ищем перевертыш. Так. Все, появляется галочка. Нажимаем close. Вернулись. Рекламка просмотрена. Далее я возвращаюсь. Все, не буду просматривать. Опять вот здесь как бы тоже наша такая мини-статистика. Можно вернуться в кабинет. Вот здесь вот майн баланс. Вот у меня 0.02 цента заработано. Значит, так. И минимальный вывод, как я сказала, уже 0.5. Это 50 центов. Вот такой вот букс. И что я еще хочу сказать. Если здесь, ну, 50 центов, конечно, не проблема накликать, да. Насобираю вот 50 центов, сразу же поставлю проверить на вывод. Если здесь не будет подниматься минимальный вывод, то, конечно, можно и поработать. Ну, а если после первого вывода минимум поднимется, то еще я, конечно, подумаю, сидеть здесь или нет.
вот такой вот букс. Ну, там время покажет. Главное, чтобы платил. Ну, 50 центов, я думаю, можно наклюкать. Кому интересно, присоединяемся. Проект без вложений. И обязательно посмотрите вопросы-ответы. Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.